Друзья, всем привет! Сегодня в ящике обнаружила почтовое извещение. Нам пришла долгожданная посылка, поэтому едем сейчас ее забирать. Посылка просто огроменная. Это вообще... Это давай сюда, сейчас. По габаритам войдет, да? Поедем, надо принять там. Ну да. Папа говорит, если посылка не войдет, понесете на руках. Такая огромная посылка. Да. Так, сейчас давай вот эту ногу. И вот так туда раз. Стой. Иди вот так. Как вы знаете, мы уже давно мечтали о зоне отдыха, и вот этой весной сделали такие диваны из палетов, столик, где можно удобно кушать и отдыхать. И еще мы решили для своего сада купить подвесное кресло. Если вы искали так же, как и мы, вот подобные варианты для сада, для дома, то вы знаете, что такие кресла стоят достаточно дорого в магазинах, но я нашла очень классный вариант. Это подвесное кресло Кокон Либра от торговой марки Риторика. Кресло до нас шло всего лишь одну неделю из Челябинской области, это город Миасс. И меня очень порадовало, что стоимость доставки была небольшой, учитывая, какой это был габаритный груз. Всего лишь 1900 рублей. Еще обратите внимание, как хорошо все упаковано. Прям такой вот безопасный, даже не знаю, как сказать, ну не пленкой, пенопластом каким-то. Что это такое за материал? Чтоб не поцарапалось, специально вот сделано. Трубка такая специальная. Ага. Ну это правильно, я считаю. Кресло достаточно тяжелое, весит оно 35 килограмм. И когда я в интернете смотрела другие аналоги, они весили всего лишь 24-25 килограммов. Папа сказал, что лучше покупать то, которое тяжелее. В комплекте вот идут вот такие вот регулируемые ножки. Это нужно для того, что если вдруг у вас какая-то неровная поверхность, можно отрегулировать кресло. И это очень удобно. В комплекте есть инструкция, как собирать кресло, какая комплектация. Так что точно даже женщины смогут собрать такое кресло. Конструкция очень надежная. Вес тяжелый из-за того, что труба идет толстостенная, и на более-менее это надежная конструкция. Толщина стенки, ну, 3,5 миллиметра. Угу. Более долговечная будет, ну и крепкая. Мне кажется, другие кресла весят меньше, потому что у них менее толстый металл вот этот. Да, считаю, это будет лучше уже держать, угу. Уже более надежная. Здесь вот устанавливаются вот такие ножки, вот они. Вот, это чтобы нигде пол не царапался, ламинат там, линолеум, вот, такие ножки делаются и устанавливаются по уровню. Thank you.
Вот потом вот это шестигранничком подтягиваешь. Ну, можно, да, шестигранник и ключом подтянул. Вот он так будет держаться. С нами тут собирают собачки кресло кокон. Им прям нравится смотреть, как мы тут все делаем. При выборе кресла мы обратили внимание на то, что здесь есть вот такая вот мощная стальная ось, которая используется для подвешивания корзины. В отличие от других вариантов, да, которые мы смотрели в интернете, там используется обычная петля, и со временем она может перетираться, и корзина просто отвалится. Здесь же все вот надежно, видно, что сейчас папа будет вешать уже наш кокон. Обратите внимание, тут такая даже этикетка, риторика. Ну, это низко, наверное, можно выше поднять. Ну, можно, да? Выше. В комплекте идет вот такая вот подушечка, я на нее сразу внимание обратила, когда получала посылку. Она вот так вот кладется внутрь и завязывается. В комплекте идет вот такой вот чехол. Чисто декоративная такая функция у него. Красиво очень будет выглядеть все в итоге. Вообще кресло рассчитано на вес 120 килограмм. Но когда проводились испытания этого кресла, то оно выдерживало до 200 килограмм. Но так как мы веса небольшого, даже два человека влезет, две дюймовочки. 120 килограмм, это, считаю, очень хорошо. Или можно, например, сесть взрослый в кресло и плюс ребенок. Нужная вещь в саду, на даче и даже дома в квартире. Угу, классное кресло. Мне еще понравилось то, что здесь можно вокруг крутиться. Да, вот это плюс. Хочешь, туда поворачиваешься. Хочешь, в эту сторону поворачиваешься. Не надо вставать. Любуешься на розы. Да, вот, пожалуйста, полюбовался на розы. Обратите внимание, что сам кокон сделан из искусственного ротанга, который оплетает все перекладины корзины и с внешней, и с внутренней стороны, что не позволяет оплетке растягиваться со временем. Без связки оплетки с каркасом корзины оплетка просто-напросто растягивается, или она может зажимать части тела, или одежды. Здесь этого нет и быть не может, и это очень здорово. Прям ты сидишь и не задумываешься, что там что-то может прищемить тебе. Ну вот такое вот кресло мы приобрели, ссылку, где можно ознакомиться с характеристиками кресла кокона, я оставлю в описании под этим видео, заходите, ознакомьтесь, если понравится, покупайте для своего сада, для дома, очень классная вещь, мне нравится. Так что спасибо вам за просмотр и увидимся в следующих роликах, пока!